Не, ну это явно выглядит интереснее. Надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть! На сайте anylevel.com вы можете купить аккаунт с любым рейтингом, данные от которого вы моментально получите на свой email. А также вы можете заказать буст рейтинга для своего аккаунта с возможностью онлайн-контроля прямо на сайте. anylevel.com. Для подписчиков канала скидка по ссылке в описании. Окей, это я видел. Это охуенно видел. Он сейчас завис? Это я знаю. Что за хуйня? Почему ты тут стоишь и не двигаешься? Это я знаю. Ты что, долбоёб? Нажмите на паузу, у вас долбоёб завис в команде. Что это, блядь? Что это? Это баян, но это топ. Что это? Он просто стоит. Я когда первый раз смотрел, вообще, типа, в голос ебашил. Я буду тоже тогда смотреть сюда камерой, мне похуй. Я не буду никуда смотреть, пока он не начнет двигаться. Я настолько охуенный кот. Он завис, сука! Он завис! Ау, паузу жмите, у вас долбоёб, может он сдох там за компьютером. Он просто стоял здесь минуту и хуй сосал. Тупо кайф. Кстати, это вот можно было вырезать. Про хуй сосал. Не надо котика обижать, тем более не в тему, не в этом. Да не, я уже все. Только не аниме. Ну вы знаете, я аниме не люблю. Зачем? На зло или что? Sausage Party, official Red Band трейлер. Опять комедия. Эх, челик. Не смотрю я комедии. Я уже по названию вижу Sausage Party, типа комедия. Очевидно, это комедия тоже. Не смотрю я комедии. Я смотрю все, кроме комедий. Все. Любые драмы, триллеры, хорроры, что угодно. Боевики даже, блин. Все смотрю, все жанры, кроме комедий. Если это комедия без Джима Керри, не посылайте мне трейлер. Я готов смотреть комедию только с Джимом Керри. Потому что Джим Керри гений. Джим Керри это гений. Все остальные комедии? Не, спасибо. Не люблю я комедии, не смешно никогда. Я не могу смеяться, мне не смешно. Кетчуп, мастерд, сосиски и бунс. Straight boys! Hey, look at this! We've got one! Oh, yes! We're chosen! Yes! Yes! Yeah! We've been chosen together! Hey, Brenda, you and me. I'm so happy the gods put our packages together. It's because we belong together. It's like we were made for each other. Get ready, boys! Oh, feels amazing! Oh, yes! I'm the first to enter eternity! The pipes are caught. Oh, Jesus, fuck! Oh, gummy skin! She's peeling me what fucking skin! The fuck! Не, ну это явно выглядит интереснее, чем предыдущий трейлер. Это явно выглядит интереснее. Упс. Children! Fucking children! So, you have learned the terrible truth. I gotta tell everyone! No one will believe you. I have to try! Everyone will die otherwise! Oh, yeah, that's a good point. Fuck me, right? Shake with your run for your fucking lives! I hate you. Overstated. Once you see that shit, it'll fuck you up for life. Good luck. Have fun. Ну, не знаю, если совсем нехуй делать, можно, в принципе, вот это вот посмотреть. Ну, я, может быть, даже бы улыбнулся раза 3 или 4. Ну, так, чутка улыбнулся, знаете, такая полуулыбка, такая, типа... Ну, не полная улыбка, не полноценная, такая полуулыбка. Хотя можно улыбнуться. Такое. А, я забыл. Сложно. На самом деле, я всегда был величайшим. Сейчас тебе объясню, почему. Ну вот, смотри, попал?
Хуй тебе! Хуй! Я ничего не могу сделать, я не могу отбиться. Мне надо фаер-трапа срочно. Или собаки, или фаер-трапа прямо сейчас. Это потому что еще лошадь не сработала. Если бы лошадка сработала, я бы выиграл. Но лошадка не прохнула и... Убила. Сейчас не убьет, смотрите. Урон 3-6. Шанс убить, 75%. 75. И че, я виноват, что я проиграл, блядь? Ебанутые карты. Невозможно победить. Комбинация, которую нельзя законтрить. Побеждает враг 100%. Какого-то, каких-то супер давних времен, кстати, когда еще паук был, я когда паука юзал на хантере, и вообще у меня был лоу ранг. Какой-то, ну, супер старый видос, когда я еще учился играть в карты, потому что, ну, когда я уже научился, я легенду брал, пока я в топ 500 сидел. Я заебался проигрывать на анлаке. Вот нельзя, блять, никогда не везет. Килкомэн. Честно, тебе лежит судьба игры. Если ты не попадешь, мне придется тратить 4-4. Сейчас должен понимать, что если ты не попадешь, то вся вина на лузе игры только на тебе. Нарезок очень много, конечно.